Spine Tour – это группа компаний в Испании, продажа недвижимости и бизнеса. Всем привет! Мы ведем репортаж 1 февраля из магазина «Валиканте», который продает вот такие вот мотоциклы. Хороший дяденька разрешил нам снять, но, к сожалению, тот тип, который заведует этим отделом, он свалил 1:30 уже на отдых. После этого спрашивают, почему у испанцев кризис. Значит, это, как мне сказали, я не очень люблю в тачках. Английская значка «Триумф». Ну, единственное, что я вам могу сейчас показать, репортаж о этих мотоциклах, какие есть в продаже. А если кого-то заинтересует, то в таком случае, ну, я попробую приехать еще раз, когда будет возможность, и узнать, что сколько стоит. Леш, ну у них же... Леш, а что там, на столе даже прайс-листа нету? Не может такого быть. Ну как, ну вот человек посторонний зашел и хочет купить мотоцикл. Ну прайс-то должен быть какой-то. Вот так, короче, работают они. Офигеть просто. Посмотрите тогда, какие тачки. Вот. Даже не могу сказать вам, какие цены, потому что испанец говорит, ничего не знаю. Ничего не знаю, говорит. Смотрите в интернете тогда, сколько стоит, допустим, «Триумф Тигр». Если будет у вас желание прикупить, я вам дам переводчика. Вот молодые ребята у меня, они фанаты мотоциклов. Они говорят на 3-4 языках минимально. Русский, английский, испанский. Значит, и они вам подберут любой мотоцикл или любую машину в Аликанте. Я специально снимаю репортажи и рассказываю вам о том, что есть люди, которые вам помогут. В каждом репортаже я это практически говорю. И молодые люди, и активные они, и разносторонние, развитые, и все вам помогут и найти, и купить, и, возможно, даже отправить. Тебе вот этот понравился? Ничего, нормально. Так вот, я смотрю, трубы. Поджечься немножко можешь. Так они же, наверное, закрытые специально. Да, закрытые. Ну вот идет вот для закрытия. А вдруг тут рукой прошелся, вот тут сзади. Да, да, да. Не, я думаю, я думаю, что все-таки. Ну да, шанс есть. Или сюда вещь какая-то, да, завалится. Ну-ну. Ну там куртка, я не знаю, что-нибудь. Да, немножко небезопасно получается. Ну это еще, ну, это такой, на 900. Такой вот мотоциклик. Ну, это классические по дороге. Да. Между городом, между городами так чуть-чуть проехать. На дальнюю дистанцию. Не знаю, у нас был спортивный мотоцикл Aprilia. Я на нем по автобанам гонял ой-ой-ой. То есть он 200 шел. А, ну-ка этот давай посмотрим. Глазастый какой. Но это уже спорт. Ну да, вижу, что спорт. Руки немного устают, когда вот так проедешь час. Ну, это не такая еще низкая. А у Aprilia был, руки уставали конкретно. Не, это специально через час. Это полуспортивный. По-испански называется сами каденадо. Сами каденадо. Полуспортивный. Это на дальние расстояния, не на большой скорости, чтоб не уставал. Вот такие вот мотоциклики. Это один из магазинов, который находится рядом с районом Coca-Cola, рядом с производством Coca-Cola. Здесь же продаются машины от другого владельца этого автосалона. То есть этот автосалон
разделен на две части, грубо говоря. Здесь, как он сказал, здесь продают мотоциклы, арендуют у них или чего там помещение. А здесь же продаются машины, другой владелец. Ну, вот так вот. Это ребята, которые вам помогут оформить. Они здесь живут много лет. Я уже повторяюсь. И подберут вам тачку. Ну, конечно же, все. Никто не будет работать за бесплатно, вы сразу знаете. Вот видео я сейчас снимаю совершенно бесплатно, потому что это мое любимое хобби. Ну, я рассказываю о жизни в Аликанте. Я делаю доброе дело. А это уже касается совсем других вещей. Это работа. Приехать, созвониться, потратить деньги, договориться, выслушать продавцов, подготовить материал вам, видео, отправить. Это уже потеря многих часов. А этот видос я сейчас приеду и залью за полчаса. Такая вот ситуация. Рассказал я вам о магазинчике вкратце, мимоходом, пока сдавал свои диски. Что-то испанец рассказывает, что вот спортивный мотоцикл. Ну все, все, всем пока. Показал вам мотоциклы. Подписывайтесь на мой канал Spine Tour. Оставляйте лайки, комментарии. Всегда рад новым подписчикам. Всем удачи. Сегодня 1 февраля. И на улице градуса 23 на солнце. Всем всего доброго.